Блин. Надо, короче, хорошо модерировать Алену. Мы пока модерируем плохо. Внимание, вопрос. Насколько обсценным считается слово на шее, заканчивающееся на продавщицу, на означающее продавщицу тела? Шаболда? Не знаю. Не, она неприятная просто. Она какой-то неприятная и все тут. Я его как-то стараюсь не употреблять. Оно из тех слов, которые как бы очень грязные. Очень грязные и как-то очень странно. Ну вот как бы смотри, ты можешь сказать проститутка, а можешь сказать шлюха. И блин, вот ты представляешь просто абсолютно разных людей, когда слышишь первое, слышишь второе. Ну и я как человек, я же уже на эту тему миллион раз говорил. Продавать легально. Как цитирую Карлина, продавать легально, и секс это легально. Продавать секс должно быть легально. Я парень простой. Понимаете, это не было бы древней профессии, если бы это было не востребовано. Господи. Более того, я считаю, что эти люди полны сострадания. Понимаете, ну как бы есть одинокие сердца. Ладно, не сердца, концы одинокие. Вот, ну надо им, ну нужна им. Затравочка, ну нужно им что-то, понимаете? Ну, понимаете, потребности никуда не уходят. Ты можешь быть мужчиной, разочарованных женщиной, которая не хочет иметь подле себя женщину. Но при этом при всем можешь сильно хотеть женщину. А анонировать на 2D, как твои друзья из чатика, ты уже, может быть, не хочешь. Ну, утомил тебя хентай. Утомила тебя порнография. Ну, хочется тебе других ощущений. Это нормально, это естественно, лол. Потребность низменная, но это потребность. Он просто есть в начале песни, я думаю, что нормально. Чешань, тебе простим. Капитан, почем будет стоить часовой трек, сборник плавно приходящих хороших песен? А сколько у нас это считается? Если у нас средняя длина трека... Косарь, братан. Как же самосовершенствование? Ты предлагаешь человеку заняться самоососом? Господи, как меня люди смотрят, как меня боля терпит, боже ж ты мой, а. Да. Еще я утверждаю, что я на стороне света, ага. Расскажи мне. На стороне света он. Яд плюс атаки присмертный хрип. Думаю, просто их атаки веселее. Куда мне-то? Сейчас трек, как же вам приходит.